Аварии с участием пассажирского автобуса. Маршрутка на полном ходу врезалась в грузовик. 5 человек получили травмы. ДТП произошло накануне поздно вечером на проспекте Автомобилистов. Автобус следовал по маршруту номер 33. В результате столкновения пассажирам маршрутки потребовалась медицинская помощь. Пожилую женщину доставили в больницу в отделение травматологии. Еще 4 врачи осмотрели на месте и отпустили домой. В настоящий момент сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Со слов водителя грузового автомобиля, он после поломки остановился и ввиду отсутствия знака аварии остановки выставил канистру. Водитель маршрутного автобуса утверждает, что не заметил знак аварийной остановки. Со слов пассажиров, водитель автобуса во время движения разговаривал по телефону. Использовал он гарнитуру или нет, не уточняется. Между тем, по данным ГИБДД, в 2018 году этого водителя уже привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ну а тем временем к разбору инцидента подключилось и управление по транспорту. Установлено, водитель работает на этом маршруте 5 лет. Ранее жалоб от пассажиров на него не поступало. Теперь на маршруте проведут внеплановую проверку. Мы направим в адрес перевозчика предписание о проведении внеочередного инструктажа среди водительского состава, ужесточении контроля и также о необходимости привлечения к дисциплинарным взысканиям ответственных лиц маршрута. Автоматически транспортная инспекция будет проводить внеочередную проверку.